я уехал в Китай, взял переводчика и с сумкой от севера до юга. Мы с ним прошли, там были и в Тибете, и я увидел, насколько это трудная страна. Я понял, что это та страна, которая больших возможностей, что здесь можно делать бизнес. 15 лет работы на китайском рынке – это большой срок. И опыт, который был получен, он был и дорого получался, иногда и потерями миллионов долларов. Куда я инвестирую в своих компаниях – это в руководителей, это в топ-менеджмент, который управляет непосредственно компанией, потому что от них зависит успешность или неуспешность бизнеса. В этом году я брал курс в Гарвардской бизнес-школе, и там декан Гарвардской бизнес-школы, у него была специальная встреча, лекция. Тема была лекции «Китай», потому что он сравнивал Китай с США и говорил о том, что вопрос, кто будет лидером, он не стоит. Вопрос стоит в том, как поведет себя Китай, когда станет лидером, и как изменится геополитика, и он подробно и по-разному объяснял, почему об этом стоит подумать, почему на это стоит обратить внимание. И это точно не вопрос просто того, что ассоциируется у людей с какими-то китайскими товарами 30-летней давности. Ситуация радикально изменилась. Я надеюсь, Вячеслав про это как раз расскажет. Спасибо. Аплодисменты, друзья! Я 15 лет нахожусь в Китае, живу в Китае, работаю в Китае. Моя команда, большая часть работает в Китае. И поэтому, наверное, я уже наполовину внешне остался еще украинцем. На внутренности уже у меня какие-то половина китайских. И за это время я действительно пропитался их философией, узнал эту страну и понял их менталитет, мышление. И когда вот была затронута тема инноваций, мне хотелось рассказать, как эти инновации сделали Китай большим, мощным и той страной, которой сейчас мы говорим, мы знаем точно, что она станет лидером. Вопрос только когда и как будет вести то, что говорил Андрей. В 50-х годах Китай находился в точке, которая называлась четырьмя буквами, и эта примерно точка называлась ЖОПА. И китайское правительство себе задавало вопрос, а каким образом с этой точки попасть в точку с другими буквами счастья? Да? И задача была непростая, потому как у Китая не было слишком много ресурсов не было, был большой ресурс человеческий. И они четко это осознали. И в начале 50-х годов они приняли очень классный закон, который был локально в провинциях принят, но этот закон привел к развитию Китая. А закон звучал таким образом. Мы открыты для всех инноваций, мы открыты для всех заводов, для всех предприятий в Китае. Мы гарантируем сохранность инвестиций. И 10 лет любой завод, который открывался в Китае, не платил налогов. То есть было фри. Платил налоги только заработные платы сотрудников, которые работали на заводе. Зарплата тогда была в районе 20-30 долларов за человека. И после того, как первые компании зашли на рынок и увидели о том, что это действительно поддерживается, что это не слова, большое количество предприятий со всего мира ринулось на китайский рынок. И что произошло? А что, интересно, еще добавка, что через 10 лет с этими заводами, которые без налогов, что китайское правительство предложило им? Через 10 лет заводы становятся собственностью Китайской Народной Республики и отдаются в аренду тем же собственникам, которые первично привезли эти заводы. И что произошло? Произошла очень интересная вещь. Все передовые, сначала самые решительные заводы, потом массово с 60-е, 70-е годы китайский рынок начал наполняться самыми новыми передовыми технологиями. И фактически эти передовые предприятия научили производить китайцев продукты, новые продукты. А Китай
Мы все знаем, что Китай не творческий народ, не творческий рынок, но великолепно умеет делать реплики, великолепно умеет копировать. И после этого китайское правительство начало финансировать свои предприятия, своих бизнесменов по открытию копировочных заводов от тех иностранных предприятий, которые были первыми на китайском рынке. В результате тот, кто был в Китае, знает, что, допустим, завод по производству пластмассовых изделий вокруг расположен в одном регионе, и таких заводов порядка 150-200 штук рядом находится. Почему? По простой причине. Главный инженер завода иностранного понял, как производство работает, купил оборудование и построил рядом завод. Потом уже с китайского завода его главный инженер построил завод следующий. И таким вот образом расширялось производство на китайском рынке. И у меня был производитель француз, который производил, у него была такая определенная монополия, он производил рукава для самолетов. Вот мы когда идем в самолет, он производил вот эти вот рукава на посадку. И через 2 года после запуска завода своего дела шли великолепно. Экономика, себестоимость его продукции низкая. Ну, я более счастливого человека не видел. Он был счастлив, но прошло ровно 2 года. Пришли китайцы, которые работали у него главным инженером, и сказал, у меня есть 2 новости. Одна хорошая, одна плохая. Он говорит, какая хорошая? Ну, оптимист. Он говорит, ну, мы за забором построили один к одному такой же завод, как у тебя. Он спросил, это хорошая новость, говорит, класс, говорит, а почему хорошая? Он говорит, ну, мы теперь конкуренты, тебе придется быть более собранным. Он говорит, а какая плохая новость? Плохая новость, мы всем твоим покупателям предложили прайс на 30% дешевле. И вот такая ситуация в Китае была достаточно часто. Мы, ну, наверное, не мы, а если взять тех, кто придумывает инновации, тех, кто придумывает что-то новое, мы научили Китай делать это. И иногда они делают, вы знаете, эти инновации применяют до, ну, скажу так точно, до маразма очень точно. Когда вышел первый iPhone, мне было это очень интересно видеть на китайском рынке. Китайцы его скопировали буквально через неделю. Он уже появился То есть у них не было понимания, что iPhone это не больше, чем просто телефон, а что это чуть-чуть больше. Это целая экосистема. Но они его скопировали и улучшили. В первом копировочном iPhone был телевизор встроен. Была антенночка, и можно было смотреть телевизор. И он показывал достаточно неплохо. Ну, то есть они пошли даже еще чуть-чуть больше. И такие копировки происходят даже на государственном уровне. Возьмем компанию Uber. Она зашла на китайский рынок, она научила китайский рынок. После этого китайский рынок через, судя по всему, через мягкую политику сказал, мы вас закрываем на нашем рынке. Либо второй вариант, покупаем. В результате этого компания Didi купила систему Uber, и сейчас Uber является китайским. Ну, это такая вот плавная политика китайцев. И часто вот этот китайский рынок любая инновация, которая в мире есть, она должна быть приспособлена к китайскому рынку. И об этом иногда даже монстры, такие компании, там, к примеру, как Coca-Cola, считают, что они настолько сильны, настолько инновационные, настолько большие, что китайский рынок прогнется под них. Они зашли на китайский рынок и назвали дословно себя Coca-Cola. Полгода не продается вообще продукция. Наняли маркетологов, заплатили несколько миллионов долларов, ответ был достаточно простой. Coca-Cola дословно на китайском языке звучит «поцелуй старого волохатика». При таком названии покупать не будут. Переименовали Ке-Кол-Ке-Лу, полный рот счастья, начались продажи. Поэтому вот, ну, китайский рынок, он такой достаточно специфичный. Но мастерство копирования развило его, сделало действительно быстро развивающимся. И я вот здесь вот, когда слушал многих спикеров, хотел сказать, вы знаете, а может быть, ну то есть
придумывать новые инновации, это же все-таки это какие-то гениальные способности надо обладать. Это какую-то настройку там с высшими силами или чтобы получить какую-то идею. Но не всем же быть там Эдисонами, которые могут придумывать что-то. Может быть, нам имеет смысл в нашем бизнесе просто быстрее копировать то, кто что-то уже придумывал, и у себя применять. Я точно знаю, что... У меня, я не являюсь человеком, там, которому приходят новые идеи. Поэтому, будучи уже наполовину китайцем, я просто стараюсь быстро копировать какие-то идеи, которые есть на китайском рынке. И мы знаем такого большого монстра, как Alibaba. И когда он, одна из компаний занимается логистическими услугами, и в том числе сейчас e-commerce. И когда вышла компания Alibaba на рынок, понятно, что она закрыла забором для многих тех, кто занимается поставками раньше товаров из Китая, она решила эту проблему. Но Alibaba делится на два рынка, если вы знаете. Это внешний рынок Alibaba Express и внутренний рынок. Это Taobao, это 1688, сайты, ну, маркетплейсы и Tmall. Так вот, для сравнения. То, что вы покупаете на AliExpress, на 30-40% дороже, чем на вот этих внутренних сайтах. Но они для этих внутренних сайтов сделали четкий забор. Вы длительное время не могли зайти по двум причинам. Первое, они были полностью на китайском языке. Второе, поставка из этих интернет-магазинов, интернет-площадок, маркетплейсов была только по территории Китая. Причем 1688 это вообще оптовый. Для оптовых покупателей, где цены могут быть ниже и ниже намного значительно. Вот вам подтверждение этого. AliExpress, там даже фотографии одинаковые. 300 гривен на Taobao 100 гривен. Джинсы 1040, 164, даже больше, чем 30%. То есть это факты. Фотографии одни и те же, но это для внутреннего рынка, это для внешнего рынка. И это было в какой-то степени мудро. И вот здесь вот мы длительное время думали, что делать, как найти здесь инновацию, то есть как, каким образом помочь другим покупателям, которые хотят экономить деньги, зайти на этот рынок. И через такого оператора, который мы создали в Китае, Мещайна, мы нашли и смогли сделать это. Каким образом мы нашли эту дырку в этом большом заборе, особенно такого монстра? Мы дали нашим клиентам виртуальный адрес, то есть, другими словами, они покупали на этих магазинах как китайские пользователи. Мы решили проблему внутренней доставки с внутренним оператором и сдали такую услугу, которую не дает AliExpress. Это проверку качества, мы делаем ее в Китае. И фактически, если вы кроссовки заказали 35 размера, то вы получите 35, а не 33 или 37. И получите синие, а не красные. Все, и это достаточно востребовано, потому что в AliExpress вы получите их здесь, в Киеве, и никогда не сможете вернуть их обратно. В некоторых странах можно вернуть, но все равно вы должны будете платить за логистику. Ну, доставка door-to-door – это сейчас является просто необходимостью. И еще, кроме всего остального, мы сделали объединение поставок. Что это такое? Мы проанализировали, что каждый человек покупает где-то его вес по покупке 200 грамм. Но когда вы покупаете сейчас на Алиэкспрессе какую-то покупку, вы должны платить еще, кроме всего, 1 или 2 доллара дополнительных за индивидуальную доставку этого товара. Если вы купили 10 штук, то вы дополнительно потратите 10-20 долларов за каждое наименование. Поэтому мы создали систему, которая в Китае консолидировала грузы даже отдельного клиента. Он мог купить 5 штук, мы консолидировали и отправляли одной посылкой. Ну и согласно, только следили за тем, чтобы не было больше 150 евро, чтобы он мог внести беспошлино. И поэтому на основании этого у нас появилась вот такая вот наша реклама. Шо? Шо?
Міжане, ти мені скажи, чого все запхано в одну коробку, а? Нема? Чого дивуватись? Маймість, на відміну від конкурентів, відправляє різні категорії товару – одяг, електроніку, парфуми – однією посилкою. Плати за відправлення лише раз. Ти і наклацав. Майміст забацав. Майміст – доставка товарів з Китаю та Європи. Спасибо. И дальше начали думать, каким образом. Потом были определенные все равно трудности, как зарегистрироваться на этих площадках. Мы дали решение оплаты внутри Китая в юанях нашим клиентам. Это тоже достаточно такой еще один забор, который трудно залезть было на интернет-площадки, на интернет-маркетплейсы для иностранных покупателей. И тогда мы взяли, создали обычный портал Miss China Shop, который полностью... Ну, это просто была идея. Мы не мастера интернет-торговли, мы больше, скорее даже логистическо-китайские операторы, чем люди, которые разбираются в e-commerce. Но мы просто создали один портал, который автоматически клиента без наценки соединял с интернет-магазинами и решили просто попробовать. Такая туристическая программа у нас была. А давайте попробуем. Ну, давайте. Создали, запустили. И интересно то, что буквально с февраля месяца до осени у нас 17 тысяч, уже до 120 тысяч покупок и пошло через это. Но сейчас, наверное, будем это более расширять и продвигать. Дальше. Ну, то есть инновационное решение было именно в том, что еще, что мы все консолидируем в Китае на наших складах. И дали эту услугу, кроме всего остального, кроме B2C, дали B2BC. То есть интернет-магазины у нас фактически могут хранить объемы товаров, не завозя сюда, в Украину, не делая таможенную очистку, а мы им делаем в Китае просто фулфилмент и отправляем конечному покупателю без таможенной очистки. Ну и, конечно же, по поводу логистики. Мы нашли решение, как завозить не самолетом, а как завозить поездом. И благодаря этому мы смогли себестоимость снизить. Допустим, AliExpress закладывает в цену товара, который вы покупаете, $19 за килограмм. Нам это дало возможность быстрее ввести поездом и давать себестоимость клиенту $4. И что, к чему это привело? 300 грамм основной, раньше была покупка 300 грамм, сейчас стало 3 килограмма. И объемы за год выросли в 2 раза и стали больше 100 тонн в месяц. И хочу рассказать вам сейчас про инновацию Alibaba. Может быть, кто-то знает, может, не знает. Alibaba создала большую платформу по продаже китайских товаров в 190 стран мира. Сейчас они сделали, перевернули модель. Они создали мост, который раньше ездил из Китая в 190 стран мира. А сейчас они эту модель начали использовать 190 стран мира в 190 стран мира. Сейчас любой предприниматель, любой производитель может зарегистрироваться на Alibaba и свой товар выставить на 190 рынков мира. Эта программа только-только начинает работать. Они сделали очень интересную систему, как это продвинуть в массы. Они авторизировали своих агентов, которые готовы обучать людей, предпринимателей каждой в своей стране. Это, как правило, китаисты, которые знают китайский язык, но родились в Украине. У нас есть такой Павел Ковтуненко, вот он представитель Alibaba обучает. И это дает сейчас достаточно успешные кейсы. Я знаю десятки успешных кейсов. Я знаю там мебельные фабрики индивидуального производства, которые уже получили по 1,5 миллиона контрактов. То есть они не могут сейчас произвести столько, хотя до этого имели проблемы с продажей. Поэтому сейчас Alibaba сделала модель, перевернула в обратную сторону, и этим имеет смысл использоваться. По поводу, был вопрос по поводу того, что больше всего впечатлило меня в Китае. Меня впечатлил WeChat. Я ездил последний раз в командировку, я с собой не взял ни одного доллара, ни одного юаня.
Я проехал и везде рассчитывался WeChat'ом. WeChat — это больше, чем просто платежная система. Это и Facebook, это и Instagram, это и доска объявлений, это и социальные... Ну, это фактически объединено все в одном. Миллиард пользователей. И, вы знаете, даже бомжи просят сейчас деньги не наличными, а ходят с вот этим вот WeChat-кодом QR-кодом и просят, чтобы ты им дал им 1-2 юаня. То есть это достаточно быстро, легко, даже милостыня стала инновационной. Я хочу вас в конце немножко 30-секундным роликом рассмешить и потом закончить, если это возможно. Так швидко? Так швидко? Я швидкий, як майміст. Вірно! Майміст найшвидший. Отже, ми гарантуємо, що ваша посилка пройде розмитнення усього за одну добу. Ну ти на клацар. А Майміст забацав. Майміст – доставка товарів з Китаю та Європи. Обычно на эту рекламу мужчины не улыбаются, женщины только улыбаются. Я хочу пожелать, вы знаете, еще то, с чего начал. Может быть, имеет смысл не придумывать инновации, а брать и стараться быть таким же лидером, как те, кто придумал эти инновации. Я желаю вам применять эту способ, так как применил Китай, так как применяем мы, и быть успешными не менее, чем Китай. Удачи вам!